Вітаю, сьогодні ведучий Дмитро Комаров написав відвертий допис про те, як кожен українець може допомогти, якщо він не на передовій. І також Комаров сказав, що пишається кожним українцем. Дмитрий написав: «Как я могу помочь на войне, если я не на передовой?» Ответ прост: «Тем, что умею и могу». Если вы повар, готовьте. Если юрист, помогите людям возле любого разрушенного дома оформить документы. Если у вас есть машина и время, вы можете каждый день творить маленькие чудеса. Если микроавтобус, большие, транспорт на вес золота. Или спросите, возможно, в доме есть бабуля, которой сложно выйти за продуктами и лекарствами. А молодой маме муж, которой на фронте нужно детское питание. У многих сейчас даже постирать вещи возможности нет, и маленькая домашняя прачечная станет огромной помощью. Забить гвоздь, поменять прокладку в кране, включить бойлер, разобраться с интернетом в смартфоне или роутером, помочь людям постарше установить WhatsApp. В конце концов, термос горячего чая на блокпост тоже вклад в победу. Даже, казалось бы, не первостепенный вопрос, накормить кота и поливать цветы у соседей – это помощь. И если каждый в своем доме, районе, улице будет знать, кому и какая нужна помощь, жизнь станет проще. Даже если вы в безопасных районах Западной Украины, вы тоже можете быть полезными. Находясь в Карпатах, можно договариваться, организовывать, координировать. Главное помнить, что война не отпуск, а Буковель во время войны не курорт, а просто обсуждение новостей не помощь. А из Карпат можно глобально помогать онлайн. И с другой стороны тоже. Есть огромный спрос на поиск транспорта, лекарств, бронежилетов. Нужна помощь в пересечении границ тем, у кого нет машины. Передать какие-то вещи – это бесценная помощь. Пример. На фото мы держим мой флаг, талисман с приятелями, с которыми обычно встречались за грибной юшкой в Верховені. У каждого бизнес, но с первого дня войны мужики день и ночь в дороге. Бензин и бус свои. Развозят гуманитарку без спонсоров, все сами. На другом фото волонтеры перевозят вещи за разрушенные квартиры. Тоже по своей инициативе. Попросил у эпицентра материалы. И в следующие дни мужики заклеивали пленкой оконные проемы в домах, которые разрушили ракеты. Горжусь нашей нацией. Сейчас нет вопросов, которые разъединяют. Украинцы – пример сплоченности для всего мира. Мы едины, как один живой организм. Гордость за каждого украинца. Ось так написав Дмитро Комаров, і також він вийшов на плюси і дав нове інтерв'ю. Також про це Дмитро написав: «Сейчас особенно важна взаимоподдержка, взаимопомощь, любовь и уважение друг к другу. Все украинцы – одна семья. Мы не ссоримся, мы вместе. У нас одна цель и боевой дух, оптимизм и, главное, внутренний настрой. То, что программирует нас на результат. Тот, кто уверен в победе, никогда не проиграет. Любое действие начинается с мыслей. Алгоритм – мысль, действие, результат. Настраиваем себя на правильные мысли, настраиваемся на победу». Сегодня говорили об этом и с коллегами в прямом эфире. Дякую, Дмитре, за цей допис. И я також думаю, что кожен українець зараз допомагає, чи може, інформаційною підтримкою, грошима. Також волонтерство, наскільки я читав, понад 80% українців.